договорилась, это одна сторона медали. И есть эта полуправда, есть явная ложь, есть это самое уничижительное отношение к Кавказу, к кавказцам, есть как бы имперское мышление, все должны жить так, как мы хотим, этот, и прочее, прочее. Давайте начнем сначала, с самого начала. Как вообще Россия, Российская империя появилась на Кавказе? То, что этот, и тут же начинают говорить наши братья-христиане осетины, наши братья-грузины, наши братья-армяне. Давайте говорить открыто. Это было расширение империи, это был выход к теплым морям, это было стремление дойти до Константинополя. И поэтому ни о каком, это было попутно, как бы объяснение, что хотим братьям-христианам помочь и прочее. Уже 100 лет с лишним прошло. Можно сказать, да, была империя, да, расширялась. Это было как бы обычное явление империи, они все расширялись. И давайте жить дружно. Нет, надо через 100-200 лет придумывать, а вот мы хотели тем помочь, а мы хотели этим помочь. Это что касается завоевания Кавказа. Теперь про родоплеменные отношения на Кавказе. Когда Кавказ завоевывался, в России тоже были родоплеменные отношения. И вы всегда, когда говорите о том, чего сейчас, какого уровня достиг Кавказ и какой он был на момент завоевания, вы все время сравниваете с тем периодом. Вот тогда Кавказ был такой, а сейчас, благодаря нам, он стал такой. Мы вместе эволюционировали, мы вместе проходили революции. И русский народ тоже был безграмотный. Тоже у русского народа были несколько человек, это самое, на всю округу, которые закончили церковно-приходскую школу. Такие тоже у нас были, которые тоже умели читать и писать. Хотя основное население было безграмотным. Да всех это превратили в грамотных, превратил в грамотных Советский Союз, советская система образования. Буду перескакивать с одного на другое. Говорили вот только что про ингушское золото, видите ли, ингуши, и там откуда появились там ингуши? Депортировали ли их туда? Сталинская власть депортировала всех ингушей, и в том числе и на север, Магадан. Естественно, они там оказались. Они не поехали туда на золотые прииски целенаправленно. Целые народы на Кавказе были депортированы. И господин Затулин абсолютно прав. Если говорить о том, что и крымские татары, и кавказские народы, которые были депортированы, нам и мой карачаевский народ был депортирован в Среднюю Азию, в Казахстан. Почему? Да, вот обвинили нас в том, что мы были врагами народа, что мы сотрудничали с Гитлером. Да я вам скажу, что все народы России и вся Советского Союза, если всех вместе собрать, кто сотрудничал с Гитлером, они все равно не перевесят армию Власова, которая состояла из русских. В каждом народе были предатели, в каждом народе, в каждую деревню, куда заходили гитлеровские войска, там были старосты, полицаи. Из тех, из той национальности, в какую деревню они вошли. Я вам скажу со всей ответственностью, что чечены, ингуши, карачаевцы, балкарцы, которых выселили на Кавказе, их выселили как беспокойных соседей Грузии, которую Сталин расширял. И когда карачаевцы выселили, на месте города Карачаевска, где сейчас город Карачаевск, образовали город Клухори. И туда переселили грузин. Грузины вышли за рамки этот Кавказского хребта и разлились по Северному Кавказу. И внутри Грузии выселили всех, кто был неугоден. Это было строительство Великой Грузии. Внутри Советского Союза было строительство Великой Грузии. Выселили турков-мескетинцев, выселили армян-дашнаков, выселили курдов, выселили азербайджанцев. Всех выселяли из Грузии и по периметру выселяли беспокойных соседей, с которыми в той или иной степени не могли ужиться или нужны были их земли. Теперь, что касается гражданского общества. Гражданское общество нужно. Важно,
Потому что, и вот здесь у вас написано, что гражданское общество на Кавказе менее развито, чем в остальной части России. Я с этим не согласен. Я хочу сказать, что гражданское общество на Кавказе на порядок выше, чем во всей остальной России. Потому что, может, не в той этот форме, как это традиционно там на Западе и прочее, но на Кавказе испокон веков было гражданское общество. И потом вы говорите о том, что надо ликвидировать национальные республики. Для чего? Каждый народ имеет право на самоопределение. Таким образом, вы только разжигаете страсти. Таким образом, вы разжигаете ненависть. Вот в этой книжке вы наковыряли за это десятки лет случаи, когда где-то русские пострадали. Давайте мы напишем книгу, где страдали кавказские от русских солдат или это самое и прочее. И посмотрим, сколько книг мы напишем. Вы хотите таким образом укрепить российское государство? Так вы работаете наоборот, на разложение. Теперь, что касается оттока, я заканчиваю. Что касается оттока русских. Русские появились на Кавказе давно, если считать казаков русскими. Да, на сегодняшний день так считают. Но не суть, я не буду вдаваться в эти подробности. Но по большому счету, подавляющее большинство русских на Кавказ приехало в советское время, когда строили промышленные объекты и когда нужны были высококвалифицированные инженерно-технические работники. Теперь, когда развалился Советский Союз, остановилась промышленность. И что делать этим русским, которые там работали? У них нет ни работы, ничего. Есть одна квартира, которую ей выдали в Советском Союзе. И нет ни работы, ничего. Что делать русскому там? Если, допустим, такой же инженер рядом Карачаевец, у него семья там живет, у него в селе корни, у него родственники, ему никуда уезжать не надо. Он будет искать другую работу, переквалифицироваться. А русский возьмет, посмотрит и уедет туда, где он найдет работу по специальности. Его ничего не держит в Карачаевске, кроме работы. Работы нет, он уехал. И вместо того, чтобы говорить о том, что да, понятно, что в Чечне была война, что это тоже искусственно разжигало отток и прочее, это тоже есть. Но по большому счету, по всему Кавказу отток русского населения из-за того, что нет производства, нет промышленности и нет места для приложения сил для русской интеллигенции. Вместе с тем, я хочу сказать, что на Кавказе нету ненависти к русским. Более того, в Махачкале, допустим, стоит памятник русской учительницы. Мы помним и хорошее, и плохое. Мы помним русскую интеллигенцию, которая приезжала в годы первые годы советской власти, когда было это решение о массовом образовании, и русские учителя, в общем-то, были первыми, кто приехал на Кавказ. Но знаете, есть такое, вот когда просто даже если взять людей, если люди друг к другу хорошо относятся, то всегда вспоминают что-то хорошее в прошлом. Если вдруг они рассорились, то тут же начинают вспоминать, а ты тогда так сказал, так посмотрел. Между народами тоже так. Если есть межнациональная дружба, то мы вспоминаем хорошие годы. Если вдруг пробегает черная кошка, то мы начинаем вспоминать депортацию, то другое, пятое, десятое. И потом давайте исходить из того, что каждый народ имеет право на самоопределение. Мы в рамках Российской Федерации хотим сохранять свои автономии. Мы хотим сохранять свои автономные республики. И решением здесь, теоретическими выкладками вашими, ничего изменить нельзя. Вы хотите, если настроить этот многомиллионный Кавказ против, то вы можете продолжать в том же духе. Почему нельзя в рамках Российской Федерации, имея свои республики, жить дружно? Почему обязательно надо нивелировать все? А как мы будем сохранять свою самобытность? Как мы будем сохранять свою идентичность, как мы будем сохранять свой язык, свою культуру и прочее, если вы лишите нас всех институтов, которые политические. Не, Ильсат, я вас хочу
Нет, Валерий Михайлович. Валерий Михайлович, ну, вы свое сказали, дайте все-таки... Я заканчиваю. Просто хочу сказать, что нельзя так подходить к Кавказу, отсюда, сверху, там, мы вот хотим так. Почему обязательно для того, чтобы Кавказ находился в составе России, почему там русских должно быть больше, чем местного населения? Надо, чтобы в Российской Федерации всем было хорошо. Все одинаково были защищены, у всех были одинаковые права и обязанности. И чтобы всем было комфортно. И вы, русский народ, будучи в абсолютном большинстве, вы в первую очередь виноваты в том, что у нас в стране все плохо. Если бы мы, карачаевцы, были бы в абсолютном большинстве, вы бы могли бы нам предъявить претензии и сказать, что мы так плохо живем в нашей стране. И если здесь все плохо, как вы говорите, то при чем здесь небольшие кавказские народы? Я не делю. Я просто к тому, что вы говорите, есть противовес. Если в Российской Федерации надо сделать так, чтобы всем было хорошо, независимо от того, кто где живет. И Кавказ надо держать не наличием там большого количества русского населения, а притягательностью самой Российской Федерации, условиями жизни и быта вообще всех народов. Спасибо.